Это информация для жителей Чебоксар. В эти выходные перекроют движение всех видов транспорта по улице Гражданской. Лето – традиционное время ремонтных работ. Напомним, там идет масштабная реконструкция дорожного полотна и всей связанной с этим инфраструктуры. Чтобы асфальтовое полотно держалось долго, нужно сделать немало сопутствующих работ. Сейчас первоочередная задача – проложить новую систему очистки ливневых стоков. Под землей предстоит уложить сотни метров труб крупного диаметра. Часть из них проходит непосредственно под магистралью. Напомним, улица Гражданская связывает юго-западный район с центром, северо-западом и новоюжным районом. По обращению ПАО «Дорис» до конца августа вводится ограничение движения по улице Гражданской на некоторых участках для своевременного строительство ливневой канализации. Так, в эти выходные с пятницы 22:00 до понедельника 5 утра вводится ограничение на участке от кольца улицы Гражданской до Олега Кошевого. Движение общественного транспорта и всех видов транспорта будет запрещено на этом участке. Общественный транспорт, троллейбусы будут объезжать до улицы Чернышевского по улице Энтузиастов.